Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть новым, хорошеньким Титан Астра Камера Мэном. В общем, я получил этого нашего Титан Камера Мэна. Сейчас мы будем его тестировать. Насколько он у нас хорош? Так. Ну-ка. Снимаем нашего гипера. Короче. Будем играть мы с вами Найтмар. На карте Туалет Сити. Телепортируемся. В общем, переключусь, когда у меня пойдет катка. Так, у меня пошла катка. Короче, первая волна, у меня все идет хорошо. Так. Хорошо, пока идем. Так, жалко перепрыгнуть нельзя. Может быть, как-нибудь пропаркурить за пределы карты. Хотя, нужно быть тут всегда на чеку. Так, он вначале лысым за вас помнится. Так. Попробуем-ка через мусорку, потом вот так, и потом так. Ну-ка, вообще как Джеки Чан. Так. Короче, хочу посмотреть еще карту. Интересно, куда же ведет эта дорога? Так. Попробуем-ка на нее запрыгнуть. О-о-о! Ты чё так много... Найтмар, ты чё так много маленьких туалетов пускаешь? Ну-ка. Так, такая мутант наш. Как же без этого? Так. В общем, переключусь, когда поставлю Астра. Ребята, вот я поставил моего Астра. У нас тут проходит, конечно, мутант. Думаю, надо заняться прокачкой. Прокачаю вот моего Астру. У него уже башка уже не такая лысая. Вообще, знаете, на туалет-лаборатория как-то играть легче. Знаете, вот складывается такое впечатление, типа
играть легче. Как он из камеры стреляет? Как он из камеры стреляет? Мысли. Это чё, Old Cameraman Titan? Это чё, Old? Это же не Old. Это же не Old Cameraman Titan. Алло, вы чё? Из камеры. Алло, из камеры. Не понимаю. Блин, а на чем я остановился-то? А, точно. Знаете, на туалет-лаборатории мне как-то играть удобней. Я слышал, кто-то говорит, то, что это самая сложная карта. Но я там соло Найтмар прохожу с помощью Титан Банни Камерамена. Кстати, кто не знает, какие у силы Титан Банни Камерамен, я засниму видео, где проверим, имбаль он или нет. У тех, у кого он есть, типа вы думали, когда первый раз его получили, прям в самом начале, типа. Блин, ну чё он такой слабый там? 12 000 урона. Но теперь его улучшили? Или там, сколько там урона у него было? Ну, короче, я не знаю. По-моему, 12 000 урона было. А потом его прокачали и плюс там 30 000 добавили. И теперь он вообще имбой стал. Короче, прокачиваем моего Астру. Надеюсь, он из камеры стрелять не будет. Я не вижу у него защиты от глаз. А где его защита от глаз? Внимание, внимание! У него линзу украли. Телатрик, зачем ты у него линзу украл? Но я не понимаю, это лол, камерамен, титан какой-то. Ну, Рил, ну почему из камеры-то? Почему из камеры-то стреляет? Это идея из Old Cameraman'а Титана эксклюзивки. Может быть, это что-то с чем-то связано, а? Ребят, ну реально. Не понимаю логику. Я не понимаю эту логику. Так. Это вряд ли его последняя прокачка тут. Честно, впервые играю за Астру, но я уже играла с Титан Банни Камераменом. Короче, не буду на это. Ну, скажу, на нем очень изично играть. Ну, просто проспойлерю следующее видео. За него очень хорошо играть. Ну, потому что у него, во-первых, очень недорогие прокачки. Ну, если у тебя там есть Санта и очень хорошие фермы, то Титан Банни Камерамен станет просто топовым. Я с ним впервые, первый раз прошел Nightmare режим в туалет-лаборатории. И считаю, то, что это, ну,
Ну это очень хорошая карта такая, туалет-лаборатория. Вот я не знаю, как сказать, но они стали очень сильные бани-камерамены. Хотя на первых левелах не такие себе. Но еще три прокачки. Кстати, я сейчас на авторский переиграю. Опа-на, это последняя прокачка. Тут еще добавят замедление. Типичный ты используешь его как грин лазер. О, пушки, пушки. А он все равно из камеры стреляет. Ну, олд камерамен титан. Вот этот вот камерамен титан. Олд 1.0. Который вообще фигня был. Хотя для нубов это прям мечта. Титан камерамен 1.0. Помню, когда я в первый раз выбила легендарку Дарк Спикера. Я такой кидал синтрейды и писал Титан, Титан, Титан. Они все отклоняли трейды, потому что я не знал ценность юнитов. Просто я не знал цены юнитов. Вот и все. И когда я узнал то, что есть такой персонаж, как Титан Камерамен, эксклюзивка, не вот это вот Астра. Ну, короче, вы поняли, 1.0. Я такой. Ничего себе, у него большой урон. Вот это какой он сильный. Он хард проходить может. И такое все. И такой. Нужно. Так, нужно его как-то. Нужно его как-то получить. Хотя я не знаю. Ну, я бросил цель, потому что это невозможно, я считался такое. У меня спикер репортон. А, еще не прокачан. А, короче, следующее видео будет. Играют только мификами. А, кстати, можете выбрать сами рубрику следующего видео. Играю только мификами или же играю пропавшим Титан Банни Камераменом. Выбирайте в комментариях. Кстати, я хочу сделать розыгрыш на Лего Банни Мэна. На Лего Банни Мэна. А напишите свой ник в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь. А на мой канал. Там будут выходить очень интересные видосики по Туалет Тауэр Дефенс. И еще раз повторяюсь, очень интересные видосики по Туалет Тауэр Дефенс. Кстати, советую зайти на канал моего друга Матвея, хотя рано еще советовать. Рано. Ведь я даже не знаю название этого канала, его канала. Хотя бы хотелось узнать.
Короче, еще пока не могу комментировать. Я не могу комментировать. В общем, вернемся к катке. У меня все идет норм. Мы такие побеждаем туалета всех. У нас астрокамеры очень хорошо справляются. И вообще, в конце я определю, топ ли он или нет. Кстати, присылайте мне на почту всякие ваши подарки. Кто мне первый пришлет мифика или хороший такую эксклюзивку, к примеру, как улучшенная камера Spider или мифик хороший такой, ну, от апгрейд Титан Камерамена. А я могу того человека добавить в друзья. Поэтому присылайте подарки, не пожалеете. Кстати, извиняюсь за такое долгое выхождение роликов, думайте. Артём, ты чё, забросил свой YouTube-канал? А знаете, мне мешает учеба и выполнение домашних заданий. Еще мне мешают всякие кружки, особенно плавание. Поэтому, если что, до какого-то мая ролики будут выходить очень редко. Вот лето, когда будет, видосики уже будут почаще. Кстати, у нас тут глич идет. Гличинский. О, тут ученый поехал. Почему он именно на 48-й появляется? Логику понять невозможно. Так, Астра. В общем, мы прошли этот Найтмар. Я соло прошел его. Это второй уже раз, когда я прохожу так Найтмары. Так. Этот вот ивентик. У нас пропал. Это у нас пропало. Но еще не убралась эта штука. Так, в посылках у нас ничего нет. Короче, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Отправляйте подарки, может быть, добавлю в друзья. И не забудьте написать комментарии про розыгрыш на вот такую вот хорошенькую у нас Лего. Всем пока!